Обзавелся я новой покрыхой. Вот такая она, вот такая красавица. Витория Зафиру 28622. То есть 28-я. С перышками. Двухсторонняя. Пару дней. Ой, точнее пару сотен км даже я проехал на вот этом вот Conti All Condition, что-то там написано, не знаю. 23-й такой вот лысенький, это мне дядя Серега дал покататься, и я, гад, на нем километров 400 по-быстренькому намотал. А это то, что у меня стоит, резина как бы уже не родная, видно, как она потрескалась. Это Panasonic. Что ж ты падаешь? Это у нас, давай, Panracer Stradius Elite 700 на 26, кевлар, вся фигня. Ну вот он такой вот покоцанный уже. 1007 он накатал, я не помню точно сколько. Вот велик все норовит упасть. Да, хотел брать в свое время я 25-е, ну то есть чтобы было чуть-чуть мягче, чем 23-ки. Я же все-таки не гонщик какой-то. 25-х не было, были 26-е. Вот я их поставил, они в принципе выглядят вполне нормально. Чем хороши такие вот велики бюджетные, там не сверхспортивные, сверхзаточенные, то есть такой как у меня, тем, что резина влезает фактически любая. А это 28. Когда я поставил рядом 28 и вот эту Виторию Зафира 25, они выглядели одинаково по толщине. То есть вот этой разницы в 2 миллиметрах я не заметил. Что еще? Она мягкая, она не держит столько атмосфер, как Контик. Вот. И она не держит, там написано 8 максимум, здесь написано 12 максимум, причем 12 на Panasonic я качал, и было все нормально. А сколько? Сейчас, секунду. All Condition. Максимум 850, но она выглядит дубовастенькой такой. То есть когда накачивается, она такая бу-бу-гу-гу. Вот. Ну, собственно, все. Сейчас я ее через плечо, как солдат какой-то в старину, и поеду дальше. Всем хорошей дороги без проколов, и чтобы ваша резина служила вам долго.